Arkham Quest Legend. Канал не Нави, и с вами я, Борода. Ну что, ребят, продолжаем проходить чудеснейшую игру. Нам по квесту нужно найти и заложить где-то бомбу. Пока непонятно. Вот прям вообще ничего пока не ясно. Так, я умираю. Идеальное начало. Просто вот муа. Кайфец. Ну, мы, по идее, должны тут рядышком восстановиться, да. Все верно. Опять-таки, встретились там с колдунами. Неожиданно. Я-то стою, втыкаю просто по привычке. Потому что из-за того, что мы всегда бьемся с бойцами ближнего боя, эта стратегия работает идеально. Хорошо. Удар. Отошел. Попробуем восполниться. Так, отошли, ударили, еще раз вспышечку и добиваем. Хорошо, ну вот так вот можно, слушай. Вот так вот, в принципе, можно. Да, я получил, конечно, дамага, ну а как без этого? У нас же бой идет, у нас же тут война как бы. Ты будешь получать дамаг в любом случае. Но насколько ты качественно в конечном итоге отыграешь, зависит только от тебя. Тем более фляги никто не отменял, и ты всегда можешь ее использовать. Правильно? Правильно. И я так думаю. Хорошо, с этим справились. Свиток телепортации я получил только что. Хочу осмотреться. Кладбище очень большое. Возможно, где-то что-то припрятано из приятного. Поэтому, если есть какой-то сундучок, можно было бы его и забрать. Так, вот это вот нашел я один край. Мы пришли с другого. И еще, по идее, 4 должно быть. Хорошо. Так, могил. Вот. Вот здесь уже что-то серьезное. Куча скелетонов. Вспышечка мне поможет однозначно. Они-то, слушай, они крепкие. Блин, у этих щиты стоят. Так-то легко не пробьешь. А вспышка еще раз мне поможет. Хорошо. Так, ну так можно их пробивать. А по фаерболу, конечно, проблемно. Получается, они с щитом-то очень сильно закрывают дамаг. Забирают на себя. Так, хорошо. Пошел колдун там что-то кастовать. Я видел. Ну и что делать? Маны нету. Фляги кончаются, а мне-то, по идее, еще и придется входить куда-то. Ходить в куда-то, я имею в виду, что будет же босс где-то еще. Вот радует то, что мне тут немного осталось к левелу. Вот смотри, забаговало немного. Так, периметр, в принципе, почти прошли. Вижу сундук, хочу забрать сундук. Возможно, будут фляги. Фляги мне нужны. Так, нет, посох света. Кстати, посох очень хороший упал. Очень-очень хороший. На 23 аж дамага упал, у меня на 18. Приятно. Но я хочу посох, который все-таки будет позволять мне использовать магическую атаку. То есть он должен быть не двуручным, насколько я понимаю. Чтобы использовать магические удары, мне нужен одноручный посох. Больше похож на волшебную палочку все-таки. И по идее, вот тогда я смогу использовать эти самые магические удары. Потому что это очень неудобно. Мне, блин, приходится за ними гоняться. А где-то их искать. Так вот, я, скорее всего, нашел место для закладки бомбы. Если я нашел это место, значит, здесь надо все зачистить, а потом отправиться уже туда непосредственно. Так, 8 уровень. Восполнение пошло. Можно драться. Драться и побеждать. Так, кто кастует? Не вижу. Ты чё? У меня хп не осталось. Нормально, он так втихую закастовал. А, меня убил бы, если бы вот я не увидел, что он кастанул магию, то я бы умер. Я в последний момент заметил. Так, что-то вот здесь еще есть. Блин, не найду проход. Пошел не туда. Так, вот что-то увидел. Сохранение великолепно. Это то, что мне было нужно. Потому что обратно бы пробегать сюда очень бы, конечно, не хотелось.
по этим лабиринтам всем бегать, что-то искать очень тяжело. У меня очень много золота, но логичного применения я пока ему не нашел. Вот это будет тяжело, конечно. Вот этот пока что мой худший враг. Мне очень тяжело против них драться. Видишь? Говорю же, ну реально тяжело. А, достаточно сильный противник. А, чтобы его победить, но все-таки нужно немного умения. А, надо не застаиваться, постоянно быть в движении и рассчитывать в основном только на вспышку. Ударил вспышкой и отбежал. Жди, пока восстановится. Восстановилась, подбежал, еще раз ударил вспышкой. Только так. Вот так вот. Оп. И все. И они почти сразу же, почти, практически все умирают. Так, пару ударов сделать еще остается, чтобы их добить. И все. Отлично. И пошел собирать плюшки. Вроде бы все. Интересно, они что-то охраняли или так просто для красоты их здесь набросали? Ну, одна вазочка, но и то пустая. Да, даже если была бы не пустой, оно, ну, явно того не стоит. Особенно если бы использовал фляги, так вообще капец. Тихо. Хорошо. Хорошо. Мне нравится, что если он замахнулся, но ты успел отойти, дамаг по тебе проходить не будет. Вот это класс. То есть у тебя есть полноценная возможность уворачиваться от любого удара. Кто бы и с какой силой его не наносил, ты все равно можешь увернуться. Это идеально просто, как по мне. Так, хорошо, это то, откуда бы мы пришли. Все, там мы были, по идее, мы их там зачищали. Значит, все, можно идти закладывать бомбу. В идеале то место, где как раз-таки ее и можно заложить. Либо же опять проход куда-то. Одно из двух. Конечно, вы же воскресли. Я вас убивал уже раз. Придется убить еще раз. Да ладно, ну ты серьезно. Так, ну в принципе мы осмотрелись. Мы понимаем, что... Ну здесь тоже реклама. Ну зачем вы так? Вот зачем портить впечатление об игре этой рекламой? Они получают за нее 15 копеек. Ну это же, ну... 15 копеек получить за вот этот видеоролик и испортить мнение о себе просто молниеносно. Ну зачем? Не согласен с таким решением. Еще и какого-то интересного я вернулся в самое начало. Серьезно. Серьезно. Я вернулся в самое начало. О боже. Почему я вернулся в самое начало? Я ошибочно нажал. Серьезно. Серьезно. О боже. Вот это я, конечно, косячок сделал жесткий. Ладно. Соберите драгоценности. Взял какой-то квест с доски. Дейлик по типу. Давайте пройдем его. Пока я перестану вот сейчас полыхать очень сильно. Поэтому пошли, соберем драгоценности. Но только так я, только я мог так жестко тупануть сейчас. Сорян, конечно. Но это было люто. Еще и загрузки нету, прикинь. Не знаю почему. Возможно, мне нужно будет умереть. И когда я умру, я смогу с последней точки сохранения. Но, возможно, я сюда зашел, и теперь у меня будет тут сейв. Понимаешь? Почему бы это и не стало последней точкой моего сохранения? Значит, соответственно, спрашивается... Так. Любопытно. Да, все, я просерил этот момент, конечно. Надо было просто же зайти и... Так, а мне просто одни и те же самые драгоценности можно собрать. Мне, в принципе, и биться-то не надо, что ли. Странно. Отвянь. Я застрял. То есть, я могу по кругу просто пробежаться, все это собрать. И на этом все? Вы их тут очень много, как бы. Не, ну если вот так вот бегать, собирать,
Возможно, я смогу даже пройти. Но, в принципе, это сложное задание такое. Они будут умирать сегодня или нет? Там уже какие-то колдуны подлетели. Этот идиот за мной бегает, но он очень сильный. Я не спорю. Откатись ты от меня, слушай. О, тот пришел, он на него отвлекся и просто великолепно. Хорошо, затмение какое-то упало. Это меч, по-моему, мы уже его подбирали. Зато делик выполним, ребят. Делик выполним, потом мы оценим шмоточки, можно будет в конце выпуска. Тоже есть свой плюс, правильно? Я тоже так. Не нужно расстраиваться по пустякам. Смотри, они здесь реально сильнее. Даже эти мобы обычные не откисают с первого раза. Кстати, я взял уровень, я могу повысить стену. Не стену, а вспышку. Так, вот эту вспышку можно прокачать, отлично. И открыть плавающий валун, вот это, пылающий валун. Как раз таки сейчас мы посмотрим. Ага, ну вот прям в прямом смысле пылающий валун, да, я понял. Я не скажу, что это круто. Сори. Нет, не нравится. О, больно было, больно, больно, больно. Мужик, давай. Давай мы с тобой вместе его завалим. Хорошо. Так, я собрал сколько? 3 из 10 драгоценностей, но прикол в том, что я-то больше и не вижу. Я иду по нужным направлениям, но не вижу. Так, вижу. Одно. И там даже сундук для меня будет. Ничего себе, спасибо. Что с сундука? Свиток телепортации, еще свиток телепортации, молот бури. Надо, наверное, почаще использовать вот эти свитки. Их все-таки сыпет очень много. А там пару раз возвратился, посмотрел, что нападало, оделся, чтобы легче же было играть, правильно? Валун! Ну, валун нет, все, я хейтер валуна. Зря всрал навык, получается. Мне не нравится вообще. Он маны берет много, а толку с него просто никакого. Поэтому сомнительный навык. Лучше бы я улучшил фаербол классически. И он бы приносил гораздо, гораздо, гораздо больше пользы. И мне надо срочно поменять посох, потому что в рукопашку я не хочу драться. Мне это не нравится. В чем смысл быть колдуном и драться в рукопашку? Еще и не доставать до врага, которого тебе надо убить. Так. 6. Еще немножечко мне надо подсобирать. Вон, вижу 7. Бочки. Бочки мы тоже заберем. Ну, кстати, бочки почему-то практически все пустые. Фляг нету. Я не знаю, с чем это связано, но с флягами лютая проблема. Ну, то есть мне вот навык нечем юзнуть, потому что нету возможности восполнить ману. Еще и эти придурки, их очень много здесь. Да отстаньте от меня. Почему-то великанов здесь так много набросали. Чересчур, как по мне. Так. Ну, все, и что мне делать? Мне сейчас надо будет месяца два бегать, чтобы восстановить хоть что-то, чтобы нанести хоть какой-то дамаг. Потому что в рукопашку я с ним не вывезу никогда в жизни. А магии просто нету. Вот сейчас смотри, я бы стал с ним файтиться, но я умру. Не, смотри, затащил, нормально. Ха-ха. Ха-ха, затащил. Хорошо. Но такое, тот на себя отвлек, я и затащил. По факту я бы сам не втащил. Очень много этих больших ребят. Против них, конечно же, тяжело играть, когда у тебя магии-то нету. Мана кончилась, и восполниться просто нечем. Но вот чем? Фляг нету, с бочек ничего не выпадает.
Вот одно золото. Я бы с удовольствием это золото выбросил бы, взял бы несколько фляг. Я понимаю, что, скорее всего, можно купить это все дело в магазине. Но какой смысл покупать это в магазине, если оно бесплатно должно выпадать здесь? Просто с более частым бы хотелось шансом. Но и на том спасибо. Так, ну мне осталось только одно найти украшение, и все. Я думаю, я осилю, мне хватит, по идее. В идеале вообще можно сейчас умереть и подобрать в самом начале одну штучку, и все. И на этом закончить. Так, ну вот. Хорошо. Так, рыцарский щит, поножи адепта, броня истребителя. Очень популярная вот эта броня истребителя, скорее всего. У меня почему-то такое сразу складывается мнение, что она очень, ну, хреновая, слабенькая получается. Иначе бы она так часто не сыпалась, если бы она была какой-то редкой, крутой. Так, вернуться. Окей, ну, сейчас возвратимся. Да, все, окей, выполнили это задание. Хотя бы что-то, извините меня. И, пожалуй, на этом мы выпуск закончим. Я вне выпуска добегу до места, куда надо заложить бомбу, и продолжим запись оттуда. Всем спасибо, пока-пока.